Энрике Иглесиас оценил танец уроженки Воткинска Олеси Сочной. Клип с ее участием на песню Иглесиаса настолько понравился певцу, что он перепостил видео в своем инстаграме. Глава Удмуртии Александр Соловьев стал лидером недельного медиарейтинга публичных персон республики. Следом за ним оказался председатель регионального правительства Виктор Савельев. Журналисты часто упоминали его имя после выхода распоряжения о компенсациях в 10 тысяч рублей семьям, пострадавшим от весеннего половодья. Ижевская бизнесвумен стала фигуранткой уголовного дела после выхода в эфир программы «Магазины». Ведущий проекта Александр Молочко обнаружил на прилавке бизнесмена мясо, которого по документам не существовало. Нефтекамского предпринимателя, сбившего насмерть студентку на улице Пушкинской в Ижевске, отправили за решетку на 2 месяца. Ижевский биатлонист Иван Черезов стал руководителем спортивных проектов концерна «Калашников» и официальным представителем бренда «Ижмаш».